Тем временем возле инфекционной больницы выстроилась очередь из 16 машин скорой помощи. Это пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их со всего города пока доставляют именно сюда. Врачи, которые занимаются лечением больных с COVID-19, напомнили дагестанцам о том, почему важно соблюдать режим домашней изоляции. Просто фразу о том, что когда говорят, нам все врачи говорят, из инфекционной врачи говорят, мы не видели этих пациентов. Вы когда видите? Пожалуйста, вот пускай придут, встанут напротив, никто их не гонит оттуда и снимают, сколько машин заезжает, сколько выезжает, сколько больных. И я думаю, что, наверное, вывод будет не в их пользу. Наверное, они будут очень сожалеть, что об этом говорили. Многие уже сожалеют. Чьи родственники попали в такую ситуацию, может быть, и по их вине тоже. И, конечно, они несут ответственность за дачу ложной информации, за введение заблуждений людей, что приводит к увеличению в разы заболевших. Если бы вот этих ненужных комментариев не было, возможно, вот такой ситуации в республике и не было бы.